слышал крики. Короче, он... так от него легко спрятаться. А смысле, он исчезает. Да? Да, он остается с нами. Ну ладно. Привет, мистер Храбрин. Привет, чувак. Я тебя рад всегда. Я теперь могу к тебе идти? Да, можешь. Привет, мистер Храбрин. Привет. Блин, я там настроила, конечно, блоков наверху теперь. О, маскальный инструмент? Прикни еще раз. Да. А там кулдаун. Блин. О, мило. Ты его в деревне нашла, да? Да. Спасибо. Не, это новый босс со скелета. У меня еще одна есть. О. Мило. Да. Будет все зажать. Ничего. Да, наверное. У меня текстурки снега появились. А, ну потому что это текстурпак. А, понял. О, миленько. Выйди на улицу. Первым словом, он исчез. Ладно, я понял. Я вас понял. Ой, оно я видел грозу. Да, ну здесь. Я сижу в своем бункере. Да, я который я строю дом. Пока. Хотя бы медный уровень. Отлично. Блин, новогоднее пропадает, если его улучшить. Грустно. А что ты смотришь? Точи головой. Весело. Ты хочешь... Ты это видела? Что? Только как ты сломала, появились черные перья. Я не видела. Ладно. По карте. Очень красиво. Я это обязательно возьму. Ладки, базальт, привет. Я живой. Ура. Айки падает довольно сильно. Мне отсюда пора убираться. А, не выпало. Это надо... Нет, нужно и так. Я думал, достижения дадут. Ну и ладно. Пора выбираться. Место хорошее, но... Ужас. Он ой, здесь. Я уж... Он здесь. Да, у меня кровать, блин, сломал. Ой, я глаза вижу. Они моргают, они такие милые. И они такие грустные. Так забери их с собой. Радость. Он здесь. Подойди к ним. Да? Видел? Да, он прям над тобой, ебать. Ого! Он умеет ломать стекло. Ебен-бобен. Так. Он там, да? Он не уйдет, пока ты не попадешь, да. Это я знаю. Я протиснуться не могу. Нет, спасите меня. Как бы мне тебя спасти? Ладно. Смотри, что я нашел. Ой. Ой. А, аметист. Он сюда идет. Или нет? Я не вольпин. Нет, он. Нет, он не идет. Да, он здесь против тебя там. М-м-м.
Держи. А, подзохнут хомо. Ага. Блин, ну он у тебя на кровати застыгался. А тюмельки глазки еще есть, да? Грустно. Да и ладно. Ясуханы. Я слышал типа хоба, ты знаешь слона, когда он ху, вот такой. А, я думал, у тебя уже были. Нет. До такого еще рано. Ё-мать, он там бегает, пошел в жопу. Он там внизу, боже. Кто это? Кэвдвеллер. О, ты его встретил. Вот и пошел в жопу, вот и сиди там. Блин. Этим и не ногой. Так... Его можно будет убить? Хотя у него хп, наверное, что он мне половину будет. А если он выберется? Он исчез! Я его сломаю. О, он упадает. Я еще тогда возьму парочку. Ну, интересно. Спасибо. Домой спать. А уже можно разве? Так уже ночь. А ты пробовал ложиться? Да, конечно. Да ладно, бегу. Правда, пока бегу, уже утро будет. Да ладно. Прикольно. База готова. Конечно. У нее даже... А смысл в вазе тогда? У нее даже положить Ладно. Ничего нельзя. Майнкрафтовская ваза, не знаю. Покажи, что ты сказал. Я ее уже сломал. Вот это. Я вижу тебя. Мысли. Боже мой, я вижу тебя. Да, не оставил. В смысле, я вот строю? Ну ладно. Ну это интересно. Если это правда не ты, то ладно. Ты хера, блин, тебе таблички строю. Три меди. Вот. Аппарат брожения, вроде бы так он называется. Но я не умею тобой пользоваться, чувак. Это была одна темная история. Ай. Вот и молодец, апгрейднулся. Лук подвет за 2 зануда. Молодец. Все, не хочет он мне продавать. 26 кремни за 1 зануд. Торгуется ли кто? Давай быстрее обновляй товары, заколебал. Чепушило, пошел в попу. Кто? Черная тварь появилась. Ой, бля. Прям когда я к жителю подошел. Помогите. Ну какая им? Черная такая, пошмугает. Я веду его к тебе. Ой. А, он на меня загрен, понятно. Могилку нашел. Привет! Ее тебе. Вообще-то. Ложись. Спасибо. О, теперь у меня есть свой личный гроб. Еще и свечи к нему. Ну да, а меча у меня к нему нету. Грустно, грустно, потому что здесь есть две паутины, я мог даже рыбачить начать. Могилка номер 2, привет. И у меня нет места. Ем. Привет. А я скрафтил сумочку для гема. Мило. Теперь я чувствую себя немножко богаче.
Нет, мистер Херабрин, он убегает, мистер Херабрин, стойте. Летел. Грустно. Он бросил меня. Обещал вернуться. Возвращаюсь в гром, говорят, за дождями. Блин, из него ничего не выпало, даже опыт. Ой, домой надо бежать. Скрафчи кое-что. Красота. Часы бы скрафтил. Да, вот собрался. О, а как ты угадала? Действительно. Как же я могла догадаться? Да. Хотя нет, я даже вроде бы зачарованный стол хотел сделать. Я еще думаю, просто для зачарованного стола нужны книжки и 4 обсидиана. Я думаю, я обсидиан добуду в следующий раз. Я умахал. Че на тебя? Только не говори, что у тебя бабай. У меня еды нет. А. Да пофиг на бабайку. Я ее изи контрить. Просто поставить пару блоков, она залезть не может. Уже. Да, но эта тварь продолжается постоянно. Ну, да, тебе тэпнет. А, ну да, потом ко мне, когда надоест тобой ей. Так, это понижается. Ты кто? У меня появился житель, который продает игрушки. О, можешь купить. Так. Посмотрим по... У него самая дорогая эта игрушка. Ну, Нав Плющ. Ага. За 10 изумрудов. Купи. Я бомж, у меня нет денег. Купи то, что можешь. А? Окей, 35. Вышел зайчик погулять. А? Так, ну тут есть кролик. Я кролика куплю. Милот... А, он на сердечке выпускает. Это мило. А? Нет. Катализатор. Ты это где там? А? Ходишь, нет. Блин. Мне это все с руды выпало, вот эти, которые ископаем. А? Ну ладно. 9 незеритрома. Куда все мобы делись? Ты легкую что ли поставил? Лучше бы стоял. Да, ужас. Давай готово. Спать. Хорошо. Твою мать, пошел в жопу. И чё приручил? Бабайка, знаешь, кем стала? А. Этим обычным жителем. Ты же хотел встретиться с ним. Вот. Что мне теперь делать? Она за мной будет бегать. Ой, я получила опять эффект безумия. О, классно. А, чай. Когда он от меня... А, он исчез. Вот хорошо. Ну, видимо, ко мне пошел. Возможно. Ой! Кто меня ударил? А. Мать, оно взрывается. Ай, больно. Или были. А, нет, не были. Я, короче, какое-то строение нашел. О, классно. Кожаный. Пещера. Боль. Твою медь, он здесь. Как именно? Я просто... Ой, я... А, ладно. Где ты, Чучундра? Покажись. Чундра, 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 Чучундра, Чундра. Он где-то есть. Глаз, кстати, давно не было видно. Чудно, чудно. Ну вот хорошо, что его нету. Надеюсь. О, кожа. Хедстоуновую пыль можно взять. Mm. Так. Все. Угу. Я скрафтил рюкзакучок. И это все ради чего я тебя крафтил?
У него арсенал, как в обычном сундука. Ну ладно. Но тут, видимо, его улучшать можно. Да, реально улучшать. Я что-то добыл. Я же достижение. Он just victims of corruption. Да что там такое? Что за заклинание? Это не заклинание, это книжка, которую я взяла с собой. Пипец. Это все написано в ней. Да. Забираю. Мне кажется, хана. Он у меня бабайка. Я домой побежал срочно. Он у Пусть меня. Она ж меня не стала. Ребята, что-то он это. Боже. Сдался ты ему. Сдался, я помню все его потуги. Да. Да, я слышу, как он будет еще сердиться. О. Я, кстати, венок теперь. Походу. Да, да. Ну, мало, что-то хотит. Гораздо меньше. Ура. У меня прям мурашки по всему телу. Просто. Бабайка пугает. Неужто вовремя сбежал, ладно. Отлично. Емать, они прямо из земли вылазят. Пошел отсюда, Генри младший. Сегодня кое-кто будет на кладбище спать. Вот почему ты с мертвецами не спишь со мной? Кого? С какими-то мертвецами там спишь со мной. Ой. Далеко. Фух, изменяй. Нет. Я сплю. Твою мать, а я не смогу спать. Ну ладно. Он мне... А, или это просто был... Или он просто испугал, я немного не понял. Просто Камиль летели глаза, и он меня, видимо, просто испугал. Ладно, надо быстрее спать лечь. Твою мать. Это иди на... У меня туман появился. Это было ужасно. Все, первый зачар есть. Чародей, эффективный. Я доказала. А. Ну.